Привет всем, ребята! Погода, смотрите, какая прикольная, классная. Прям говорит о том, что пора готовить шашлычки. Ребят, взял я кусок свинины, смотрите. Ну, какой был, вот, помыл. Сейчас будем его готовить. Ребят, в итоге нам понадобится лук, помидорчик. У меня небольшой кусочек. Если большой кусочек, то его надо всего побольше. Соль и сахар. Ну и перец черный, молотый. Нам надо сейчас нарезать свининку нашу кусочками, чтобы были одинаковые, чтобы прожарка была тоже одинаковая. В итоге нарезал я мясо, сейчас мы его разложим на доске, ну как мог, ребят, ну в принципе почти одинаковые куски. Теперь нам надо их посолить со всех сторон. Поперчить. Ребят, готовить я буду нестандартно. Способ приготовления я вам покажу. Так, переворачиваем и то же самое делаем, солим, перчим. Это теперь можно в сторону. Нарезаем лук. Нарезал я лук почти, вот еще, полукольцами, ребят. Подрезаю. Теперь нам что надо сделать? Взять пакет. Ребят, я в пакетах люблю. Не хочу посуду, во-первых, пачкать, во-вторых, лучше в пакетах. И в холодильник убирать удобно. Перекладываем сюда мясо. Раскладываем лук. Сейчас, чтобы вам видно было все. Подсаливаем. И начинаем мять его, ребят. Мять обязательно. Сейчас еще подсолю. Кстати, забыл я про сахар. Сахар очень любит мясо, особенно свининка наша. Кто не пробовал, обязательно попробуйте, будете удивлены вкусом, обалденный. Где-то я полторы или около двух чайных ложечек сахара туда добавил. Будет вкус изумительный. Так. Все, теперь можно отправлять лук. Теперь берем помидор, нарезаем его кубиками примерно. Ну, как получится, ребят. Нам он там только нужен для маринада, чтобы он кислоту свою отдал. Это самое необходимое для шашлыка. Загружаем его туда же, чтобы у нас добро не пропадало. Сок вылью нам в пакетик. И еще чуть-чуть подсолю. Так, теперь делаем вот так вот и перемешиваем. Ребят, убираем в холодильник и буквально, ну, мимо будете проходить, еще раз так пошевелите. Попробуйте на соль, если маловато, добавьте. Ну, в районе, ну, не знаю, 3-4 часов оно готово. Но чем дольше, тем лучше. Можно с вечера поставить, а утром готовить. Или утром поставить, с вечера готовить. У меня получается, сейчас вечером будем готовить. Все, теперь беру страховочный пакет еще один.
убираю его в пакетик. Мало ли где что протечет. Всякое бывает. И убираем в холодильник. У меня получится где-то часов на 5 где-то. Вечером я уже буду готовить. Для приготовления шашлыка нам понадобится, ребят, лопата. Вот такая вот. Я здесь уже подготовил, скосил всю траву. И начнем копать яму. Выкопали яму, теперь мы где-то со штык. Теперь нам надо загрузить дрова туда, ребят. Почему в яме? Это я, у меня есть знакомый грузин. Он рассказал, говорит: Игорь, у меня, говорит, мангала нету, говорит, лопата. Я говорю: а как ты жаришь шашлык лопатой? Вот у меня научил. Говорит, сам цимус всего, говорит, жарится не на железе, а в земле. Говорит, вкус земли, говорит, придает. Вот сейчас мы будем с вами пробовать вкус земли. Пришло время насаживать. Наш шашлык готов. Угольки подоспели. Ой, запах великолепный. Ребят, у меня, получается, сутки стоял шашлык. Не получилось у меня вчера пожарить его. Обстоятельства были. В итоге даже это еще и к лучшему. Шампурики наши готовы. Идем жарить. Угольки наши готовы. И начинаем ставить. Смотрите, какую приспособу я сделал из проволоки, чтобы у нас шампура не лежали на земле. Ну, начинаем потихонечку жарить. Смотрите, дымок прям. Сама земля нам готовит шашлык. Сейчас, я не знаю, запах такой изумительный, необычный, ребят. Шашлык наш готов. Идем дегустировать. Пришло время дегустации. Ребят, маринад вот такой вкусный. Запах передать не могу. Обязательно попробуйте, ребят. За это надо поставить мне лайк. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.